Это та самая струбцина, вот у нее прорезиненные вот эти вот штучки, они съемные. Плюс они толщину уменьшают или увеличивают, зависит от толщины. Ну, это вот стандартные в основном детали. Сейчас поймете для чего, посмотрев видосик. Очень всем признателен, смотрите. Вообще тема зачетная. Многие задаются вопросом по поводу вот такой приблуды, что она из себя представляет. Сейчас покажу, сейчас я вот притяну. Вот я установил, значит, сейчас вот конфирмат притяну, вот она такая штука, это струбцины, те самые вот от этой фирмы, которые все видели в интернете, она вот сюда вот так вот устанавливается, вот смотрите, вот так вот, вот эта пружина оттягивается, раз, захватывается, и вы можете приставить нормально детали мебели. И отойти в сторонку, она не упадет. Вот там вот у меня не закреплено сейчас, да? Вот здесь вот нету конфирмата. Вот она держится. Я могу в случае чего вот так вот подвинуть, как мне надо. Выровнять. Вот так, допустим, вот так вот регулируешь. Ну, удобная тема, короче. Имейте это в виду. Вот, собственно говоря, все задаются вопросом, а нужно ли в работе там или вообще в арсенале инструментальном. Конечно, нужно, сразу говорю, нужно. Вот видите, я сейчас одной рукой снимаю, а... вот так вот притянул. Это я тумбу собираю, такой комплект мебели. Вот шкаф уже собрал, ремонт сделал. Это я на заказе сейчас, в мебельной теме. И вот смотрите, вот это изнутри, как она выглядит. Такие прихваточки чудесные, нормальные такие. Ну, естественно, я вот на правляшке поставил сразу заранее, на стенке, на боковине. Вот конфирмат. Ну, то есть не приходится ловить, коленками там прижимать вот эти стенки, как многие, да, делают. Раз вот так вот. Ну, третья, четвертая рука получается. Вот так вот это все дело выглядит. Так что, друзья, имейте в виду, на моем канале много всяких полезных тем, подсказок. Кому интересно и кто в теме, подписывайтесь. Буду очень признателен. Всем спасибо, всем пока.